Вітання, ви дивитесь програму «Такий час». Володимир Ангелюк, Іван Мельничук, і ми говоримо про тур 26. Обов'язково поговоримо про цей тур в аналізі уже з Іваном, з Олександром Івановим. Чуть не сказав Іваном Бондарчуком знову ж таки. Ну і з Іваном Бондарчуком. Ну що ж, йдемо. Каштан грав, гратиме з командою «Атлант». І чи гратиме, це ще не зовсім ясно, але тим не менше. Каштан, ми вже говорили о тому, що команда проводила матчі на ФК и на КФЛ. Более того, в первом круге команда умудрялась играть и в высшей лиге, и в первой лиге КФЛ, и во второй лиге ФК. Сейчас команда сосредоточена, в принципе, на одном турнире. Турнирных задач особых нет, что не скажешь про соперника, про гостей, про команду «Атлант», которой кровь из носу надо победа для того, чтобы сохранить шансы на чемпионство. При этом надо еще следить за результатом матча «Динамо» от «Радуги» и «Березники». Думаю, что если матч состоится, а я думаю, что он должен состояться, то будет очень интересная борьба, потому что команды, мне кажется, исповедуют где-то, наверное, может даже диаметрально противоположный футбол. Каштан больше играет внизу, больше за счет коротких передач, за счет техничных индивидуальных действий. «Атлант» хорошая, слаженная команда, демонстрирующая более атлетический, скоростной футбол. И мне кажется, что найдет коса на камень, и я не исключаю, что этот матч закончится ничью. 2-2, может быть. Ну, як на твою думку, Ваня, закінчиться наступний матч? «Динамо» відразу гратиме з командою «Березники». Теж доля чемпіонства практично в руках команди не тільки «Динамо», але й «Березники». Ну, что интересно, наверное, стоит отметить два момента. Первое, это что в прошлом году этим матчем также заканчивался чемпионат, и тогда динамовцы, в принципе, уже ничего особо не решали, а «Березники» боролись за выживание. С Хелсом, да, за выживание. В итоге не выжили, но, как потом оказалось, выжили. Да, динамовцы в том матче победили. Ну и, наверное, надо вспомнить матч первого тура, в котором «Березники» довольно-таки неожиданно обыграли динамовцев со счетом 3-0. И, ну, наверное, это где-то создает дополнительный интерес для этого поединка. Однозначно, я думаю, что будет очень интересно, потому что, ну, дивись, «Березнякам» потрібно помститься команде «Динамо» за минулий прохаж. Так? Якби тоді команда нічого не вирішила, по спортивному, по футбольному вони мають їм віддячити той самий монету, що отримали в минулому році. Ну, я думаю, що само по собі участие команди в такому матчі, де на тебе смотрить вся ліга і де тебе ждуть, ну що ти зможеш остановити лідера чи ні, це інтересно. «Березники» показали, що команда способна останавливати лідерів. Вони победили у «Динамовців» і дважды сыграли в ничью с «Атланта». Тобто, виходить, у «Атланта» вони забрали 4 очка, у «Динамо» поки що 3. Вот такой вот «Березники» – это охотники за скальпами, претендентом на чемпионство. Вот. Поэтому действительно будет интересная игра, но все-таки я поставлю на победу динамовцев, потому что ну, и мотивация у них повыше, и домашнее поле. Ну, мне кажется, по игре все-таки динамовцы помощнее. Думаю, 4-2 – победа «Динамо» отрадного, и не исключаю, что именно «Динамовцы» стануть чемпионами. Ну що ж, побачимо, як буде насправді. Я теж планую бути на цій грі. Захоплюватись гарним футболом. Сподіваюся, що він буде дуже гарний. Команда «Катран» гратиме з командою «New Life». Команда, які... Та які? Що, які борються за виживання? «Катран» бореться. «New Life» вже. «New Life» може боротися за виживання ілі «Катран», ілі «Optimum Farm». Так. В цій грі. От мені, на самом деле, дуже цікаво, де зустріться цей матч. Ще не знаю, нічого не знаю. Да, к сожалению, мы не знаем, где состоится этот матч. Если матч состоится в Мучезаспе, то... New Life уже не морал. Ну, с другой стороны, New Life, вот мы видим прошлый тур с динамовцами, они отправились поиграть на хороший футбол. Получают удовольствие от жизни, от футбола, уже не играют без оглядки на результат. Мы знаем, что New Life это очень сюрпризная команда. Команда, которая в самый неожиданный момент может понести самый неожиданный сюрприз. Поэтому «Катрану» просто не будет, я надеюсь, и надеются все, кто хочет увидеть интересную концовку.
Вот. Ну и Катран тоже, надеюсь, продемонстрирует всю свою силу, потому что мы говорили, что потеря Нью-Лайфа – это как бы серьезный удар по высшей лиге. Катран – это команда, которая поднималась и на пьедестал почета в высшей лиге ХФЛ. Поэтому я думаю, что Катран тоже, уход Катрана из высшей лиги, ну, это тоже, наверное, будет большая потеря. Как и в предыдущем матче, мы видим, что у одной команды есть большая мотивация, вторая будет, наверное, больше играть в футбол. Поэтому поставим на хозяев поля. За счетом 4-2, мне кажется, Катран может победить в этом матче. Наступний матч я теж планую відвідати. Він є в моїх планах. Оптима Фарм гратиме з командою Легенда. Ну, Вова, ти сказав, що ти посетиш этот матч. Мені кажется, команда вже по-другому буде готуватися к нему сразу же. Ну, на самом деле, все в руках Оптима Фарм, как бы дело. Спасение утопающих в руках самих утопающих, поэтому утопающие принимают на своем поле. Во втором круге легенды Оптима Фарм начала более стабильно играть, показывать более ровные результаты, набирать больше очков. Легенда, в принципе, мы видели, в пропущенном матче с Катраном сыграла 7-7. Mm-hmm. Не всегда даже в хоккее увидишь, mm-hmm. Это уже где-то ближе к гандболу. В матче с Интером сыграла 3-3, может здесь сыграет 4-4 или 5-5. На самом деле многое будет зависеть от настроя легенды, потому что я думаю, в настрое Оптима Фарм сомневаться не стоит. Вот. Но, знаешь, в букмекерских конторах есть такая ставка 1x, на непоражение команды хозяев бы я поставил. Возможно, ничья или победа Оптима Фарм, но больше я склоняюсь к ничьей, где-то 3-3, как легенда любит. Угу. Ну, побачим, как насправді в КХЛ зрадом з командою Благодать. На самом деле, этот матч особо ничего не решает. Команды решили свои турнирные задачи, могут спокойно доиграть этот тур и готовиться к Новому году, к Рождеству. Я думаю, что Благодать посильнее. Хелс на прошлую игру с Березняками не доехал. Это домашняя игра. Последний матч Хелс неплохо собирается, неплохим составом. Но все равно, мне кажется, гости посильнее. И я думаю, что захотят закончить сезон на позитивной ноте. Поэтому 1-3 в пользу Бронко. Старсия, встань. Вот матч Старсия мне всегда запоминается тем, что Старс удачно играет против Сия. На самом деле, Сия уже оформили себе бронзовые медали. Старс, как мы сказали, одно поражение, только Динамо Отрадного. Интересная игра будет у сильных команд. Я бы тоже на твоем месте посетил этот матч, хотя он уже с турнирной точки зрения, конечно, имеет меньше интерес. Поэтому думаю, что, как и во многих предыдущих матчах, я говорил, возможно, ничья. Остання гра у нас в Рузлані – це Інтер Самсон. Ну, как и прошлый матч, играют две хорошие команды. Команды, которые уже, в принципе, ни за что не борются. Команды, которые могут позволить себе поиграть в футбол. Поэтому поиграем в матче завтра. На хорошем поле. В воскресенье вечером. Думаю, что будет результативная игра. Ну, прогноз у меня на этот матч, как и на все остальные, одинаковые, потому что минимально на месте выиграли. Ну що ж, це був анонс 26-го туру. Обов'язково чекайте аналіз. Він буде з Іваном Тарчуком, Олександром Іваном та зі мною. Будемо говорити про те, що ж відбувалося у цьому сезоні у вищій лізі ХФЛ. Хто став відкриттям, від кого ми очікували, а хто став лузером, не лузером. Не вдав цього сезону. Хай щастить, хай футбол. Дальше.